15 по 17 ноября в Москве проходил финальный этап всеармейских соревнований на Кубок Министерства обороны Российской Федерации «Командирские старты». В состязаниях приняли участие 8 команд, представлявших военные округа, а также виды и рода вооруженных сил нашей страны. Командирский старт – это соревнование для офицеров с отличной физической подготовкой. Все участники турнира – пример того, как военнослужащим удается совмещать боевую подготовку и спорт. Участники состязались в подтягивании или подъеме переворотом на перекладине, плавании на 100 метров, в командной эстафете по плаванию, стрельбе из пистолета Макарова, в беге на 1,3 километра. Соревнования такого уровня в вооруженных силах проводились впервые. В спортивных баталиях приняли участие более 150 офицеров, от командира взвода и командира объединения до заместителей командующих военными округами, видами и родами вооруженных сил России. Торжественное закрытие командирских стартов проходило в культурном центре Вооруженных сил России имени Фрунзе. Победителем финального этапа стала команда военно-воздушных сил, которая обогнала своих ближайших преследователей, команды Центрального и Восточного округов, более чем на 700 очков.